Вітаємо вас на чудовому та найніжнішому фотопроєкті Kids Fashion Life. Нас радушно зустрічає фотостудія з неймовірним декором Be Free, яка знаходиться на Генуейській 5. Чарівні плаття від Нані Сабріні, прикраси ручної роботи від Віри та Насогло. Над образами дівчаток чарували Лєна Большакова та Інна Орьол. Дорогие одесситы, поздравляю вас с наступившим 2018 годом. Желаю вам просто настоящую сказку. Пусть она ворвется в ваш дом и никогда-никогда его не покидает. Пусть все детки будут счастливы, пусть все будут здоровы. Пусть везде-везде будет мир. Пусть прекрасное переполняет все не очень хорошее. Я вас всех люблю и приглашаю в наши проекты создавать праздник каждый день. Наня, расскажи об этом сказочном фотопроекте.
Сегодня мы находимся в великолепной студии BeFree, которая снова распахнула свои гостеприимные двери. Находится она на Генуэзской 5. Здесь очень красиво, очень душевно и волшебно. Сегодня происходит прекрасный проект Kids Fashion Life. Он для деток и их мам. Мы делаем все для того, чтобы каждая женщина, девушка или малышка умела и смогла себя почувствовать настоящей звездочкой. Мы всех очень любим, вкладываем в свою работу всю душу. Поэтому приглашаем вас ознакомиться с нашими анонсами в соцсетях и добавляться к нам в прекрасную группу Fashion Club от Нани Сабрини. Всех люблю! Что готовишь для нас в этом году? Я готовлю новую коллекцию «Весна-лето» 2018 года, где будут представлены новые короны, колье и очень много интересных других украшений. У меня очень много интересных вариантов для любой модницы. И приемлемые цены как на прокат, так и на заказ. Я хочу поздравить всю Одессу с новогодними прекрасными праздниками и Рождеством Христовым, чтобы в каждой семье воцарило счастье, мир, достаток, тепло. И чтобы в каждой семье звучал детский смех. А также, чтобы каждый день приносил новые эмоции и позитив. Пусть исполняются все ваши мечты. У меня очень важная была роль. Я создавала макияж для маленьких принцесс, также для нашего замечательного дизайнера и самой Нани. Конечно, всем хочется быть красивыми. Расскажите, какие сейчас есть тренды в макияже в новом году? Самый популярный трендовый макияж в новом году – это глиттеры и неоны. То есть это более яркие, более красочные, сочные пигменты. Также остаются очень актуальными оттенки алых, малиновых, бордовых губ. То есть это то, что позволит вам подчеркнуть вашу женственность и сексуальность. Расскажите о вашей роли в этом прекрасном фотопроекте. Я создаю счастье для детей. Я им делаю прически. Я в восторге от того, что я работаю с Наней Сабрини. А что сейчас модно в прическах, макияжах? Модно естественность, натуральность, но при этом, чтобы девушка оставалась яркая и красивая, со своей харизмой и эмоциями. Сегодня вы фотографируете такой прекрасный проект. Расскажите про эмоции, про настроение, которое здесь царит. Настроение новогоднее, праздничное, очень много красивых детей, очень много красивых платьев от Нани, очень много красивых корон от Веры. Скажите о ваших услугах. Фотографирую свадьбы, все, что связано с семьей от рождения и до больших семейных съемок с бабушками, дедушками и так далее. Хотелось бы пожелать здоровья, успехов, благополучия и очень хочется пожелать мира в нашей Украине. Сегодня здесь проходит сказочный фотопроект, и в студии царит атмосфера настоящего волшебства. В преддверии праздников я провожу множество разнообразных съемок, но основное внимание уделяю дизайнерским проектам и рекламным съемкам. Мода и красота – главные источники моего вдохновения. От всей души поздравляю с наступившими новогодними праздниками и желаю вам осуществления ваших желаний, любви, счастья, благополучия, много тепла и, конечно же, красоты. Радуйте себя почаще. Фотоапарати у талановитих фей Ольги Беленької та Наталії Кучанської. У новорічні свята усі бажання здійснюються на фотопроєкті Kids Fashion Life.